И добро пожаловать на мой канал. Знаешь, что такая красная. Нагулялись с совкой, и вот пока она спит, решила снять видео. Хочу снять такое видео на тему, почему славянки не общаются со своими же соотечественницами, с теми же, да, славянками, как говорится, неважно, там украинка, белорусская, русская, да. Вот у меня всегда вот такой вопрос был, потому что я часто, когда заходила в торговый центр Тарасити, да, кто живет в Анталии, знает, или, ну, просто неважно, в торговый центр заходишь, и кто говорит, да, русскоязычные, славянки, буду называть так, они начинают говорить на турецком, как бы, ну, я когда прилетела просто в первый год, хотелось знакомств, подруг, потому что все подружки остались в России, но хочется же, чтобы подруги были тоже и за границей, где ты, допустим, живешь, неважно, в Турции, там, не знаю, в Америке, да, там, в Норвегии, неважно. И я не знаю, как в других странах, но вот я вот сейчас буду говорить про Турцию, но лично про мой опыт я не говорю за вас. Я хочу, чтобы вы в комментариях написали, вот почему славянки не общаются со славянками, со своими, как говорится, соотечественницами. Вот давайте это обговорим, да, обсудим, вы расскажете тоже свое мнение, вот, я расскажу тоже свое мнение, потому что когда я ходила по торговым центрам, ну, просто так, ну, слышишь русскую речь, там, ну, что-то она тоже, да, девушка покупает, и ты покупаешь, ну, просто, ну, там, спрашиваешь, там, как там, ну, вообще, как там, допустим, в Вайкики, да, как в Анталии, там, тебе, как тебе замужество, ну, ты приезжаешь, как бы, еще ничего не знаешь, и, как бы, такая в ажиотаже, там, ой, ну что, говорить на русском, все, она с тобой будет разговаривать. И вот заметила такое, что вот они вот, или из Казахстана эти две девушки были, ну неважно, тоже они говорят на русском. И они как бы начали говорить на турецком, и я поняла, что, ну, люди просто как бы не хотят общаться, и как бы, ну, я не буду трогать и не буду заставлять никого, вот. Вот такая вот мини-предыстория. Ну давайте начнем. Первое. Ну, лично мое мнение, не знаю, так сложилось, что бывает такое, что против мужья, они хотят, чтобы мы углубились в их культуру, больше общались с родней, с сестрами, особенно когда много сестер. Я думаю, что мужья бы хотели бы, некоторые, я не говорю за всех, ну, хотели бы, чтобы они сначала научились турецкому языку, чтобы освоили культуру, да, кухню, и уже потом, когда они уже там будут полуотурчанившиеся, уже тогда общались с русскими, там, да, с русскоязычными. Ну, мне так кажется, что такое бывает. Я думаю, что есть такое. Вот. Может, вы мне напишите, что сейчас 21 век, но, знаете, я думаю, во всяких религиозных, особенно таких поселках, таких мини-городках, я думаю, там все, конечно, ну, я не знаю, жестко или нет, но знаю, как бы, что бывают мужья против. Так, второе, почему не общается, потому что думает, что она уведет у нее мужа, там, у нее, потому что он более такой красивый, там, да, более такой обеспеченный, там, я не знаю, ну, как-то вот, как мужа держат как-то в инкубаторе, не показывают своим подругам, как бы думают, что вот, она там его уведет, там, она красивее меня, худее меня, как бы, вот. Но изначально, если он выбирал вас, то... Хотя таких случаев тоже, что уходят от одной русской, да, язычной, к другой русской, ну, к славянке, от одной славянки к другой славянке. Таких тоже очень много случаев, но тут, конечно, надо проверять. Дальше, третье. Предают, может, подставляют. Расскажите мне, вот были такие случаи, чтобы какие-то у вас были предательства, чтобы ваша подруга предала вас, потому что такого, я думаю, есть. У меня такого не было, но было такое, что как бы не складывались отношения, просто что, ну, человек там не хотел или как бы, может, видел во мне там как-то неподходящую подругу. Вот вы мне расскажите, было у вас такое, что могут и предать, и подставить, потому что я думаю, что это в каждой стране есть, просто боятся, что меня в России, допустим, предали, я приеду, да, допустим, в Турцию, в Америку и в Норвегию, и там тоже меня будут славянки предавать, и
что им нельзя будет доверять. Вот напишите, у кого такое было. Дальше. Ну, четвертое такое, как бы зависть. Хотя тут, как бы, мне кажется, глупо из-за зависти с человеком не общаться, если он там, скорее всего, он может с тобой не общаться, потому что он там лучше тебя живет, или у него-то, у нее там лучше муж зарабатывает, ты как бы будешь завидовать, а от этого как бы у вас отношения, ну, не сложатся. Хотя та девушка может очень хорошо с тобой общаться, а ты будешь ей завидовать, но тут точно отношения не сложатся, может даже это к этому пункту не подходит, но все равно из-за этого тоже могут не сложиться, да, со славянкой отношения, потому что вы будете завидовать, как она живет, как она вообще. Вот я как-то, знаете, вот я не завидовала, кто как живет хорошо, потому что я тоже познакомилась и с девочками, которые хорошо живут, там с одной мы работали в аэропорту, и, ну, как бы я никогда не завидовала, я наоборот радовалась, что она живет хорошо. Потому что будешь завидовать, отношения сразу потеряются, и все. Ну, как бы будет дискомфортно общаться. Дальше. Хватает общения с мужем, с турецким. Все может быть такое, что муж говорун, и как бы, там, не знаю, может, он обсуждает все ваши темы так, что вам никакая подружка не нужна. Такое тоже, кстати, может быть. Дальше. Седьмое. Совсем немного пунктиков. Появляются турецкие подруги. Вот вы выучили, да, русский, ой, турецкий. И вот так вот получилось. У меня тоже знакомая там, получается, соседка. Ну вот, стала, да, подругой, как бы. Она, наоборот, мне советует, там, Алина, там, не лети, не торопись, потому что, ну, дом, в таком доме, как бы, не надо жить, там, пусть он снимет жилье, пойдет на другую работу. И когда, я думаю, что такое есть, что, да, мы, славянки, находим турецких подружек, но я не все, но есть. И, как бы, нет, мне это хочется, но есть такое, что есть, находит вот турецких подруг, наши славянки, и как бы спокойно уже, как бы уже не ищут в поисках. Но если, да, как говорится, судьба повернется, как говорится, да, к нам лицом, то там я найду себе, да, там славянскую подружку. Если нет, то слава богу, что есть вот эти турецкие подружки. Некоторым же славянкам вообще наоборот в кайф общаться только с турецкими женщинами, потому что они очень мудрые и много чему научат, и много чего расскажут, и вот они такие молодцы. Дальше. Так, это последнее будет, ну вот, живут в разных районах и не могут встретиться. Ну, всякое бывает, когда маленькие дети, очень сложно встретиться, но потом, когда детишки подрастают, можно увидеться, вот. Ну, или когда они там совсем грудные, но все равно, когда живешь в разных районах, очень сложно видеться, поэтому, конечно, лучше, или какая-то, чтобы нейтральная точка была, да, чтобы мы могли увидеться. Ну, из-за этого тоже бывают отношения, как бы, не складываются, потому что, да, там одна, у одной и так течет жизнь, у другой так, а вроде как бы они были подругами, допустим, в России, да, приехали в один турецкий город, и все, а муж живет один в другом районе, другой в другом, появляются, может, разные подруги, там, или против, или он говорит, давай общайся только с моими сестрами, вот, твоя подружка подождет, там, увидитесь когда-нибудь, все равно у них, как бы, идет акцент, чтобы вы общались с его роднёй, там, с его троюродными сестрами, там, двоюродными сестрами, родными сестрами, чтобы у вас был все-таки с ними какой-то контакт. Вот. Ну вот я вот привела, вот тут получается 7, да, или 8 пунктов, получается, 8, совсем немного. Давайте порассуждаем, да, в комментариях. Вот напишите, почему славянки не общаются со своими же, да, соотечественницами, почему славянка не общается с другой славянкой. Вот. Какие могут быть на ваш счет, как сказать, причины? Вот. Какие могут быть причины? Почему? Я вот только как бы для себя вот эти вот вывела, ну, как, живя 5 лет, я вот как-то вот эти вот такие, они, конечно, может, кому-то покажутся глупыми, но, ну, вот, все-таки причины такие все-таки есть. Вот. Я вас жду в комментариях. Надеюсь, вам такое видео понравилось. Оно такое, такое мини-видео небольшое, просто я вот так думала, какие же причины, вот, и буду читать ваши комментарии внизу. Напишите, какие причины, почему же мы, славянки, не хотим общаться, да, со своими же русскоязычными
соотечественницами, неважно, да, Украина, Белоруссия, там, не знаю, Казахстан и так далее. Вот, вы напишите мне, как вы считаете, какие причины. Вот, я буду ждать вас в комментариях. Ну вот, я свои причины назвала, вот, жду ваши. Все, спасибо вам за просмотр. Сегодня такое у нас солнце классное было, вот, прям как в Анталии. Ладно, всем хорошего настроения. Берегите же до вас себя, извиняюсь. Вот, не болейте. И я вас жду всех в комментариях. Все. Пока-пока.